Здравствуйте, меня зовут Лариса, мне 61 год. Я была на погружении в городе Махачкале в апреле месяце. Погружение длилось 30 дней. Конечно, я вложила определенную сумму денег, но та практика, тот опыт, который я получила, он бесценен. Работа под руководством Елены Сергеевны и с такими наставниками, как Серафима Григорьевна, Марина Андреевна, Вениамин Садыков, Галина Глазунова, профессионалами своего дела, моими наставниками, я им очень благодарна. Хотя я и не медик, но они меня научили всем приемам, научили работать по практикам массажа, гуаша, пропитка виватона. Я научилась ставить внутривенные уколы, делала. Работа с пиявками, герудотерапия. Я и ранее была знакома с этими препаратами Елены Сергеевны, такими как Райда, Иберкана и раствор Солодовникова. Я уже около 3 лет пользуюсь ее методиками. Вот. И теперь, после того, как я прекратила свою трудовую деятельность, то есть вышла на пенсию, сейчас я занимаюсь и работаю по методам Елены Сергеевны. Работать начала своими родственниками, с их друзьями. И сейчас то, что я была на этом погружении, мои денежные вложения полностью окупились. Вот. И сейчас я получаю удовольствие и от любимой работы, и я получаю материальное вознаграждение. Я благодарю вас, Елена Сергеевна, за то, что вы дали мне возможность заняться любимым делом, оздоравливать людей, оздоравливать себя, родных и близких. Благодарю.